Связочный аппарат колена состоит из четырех связок. Коленная связка, называемая передней крестообразной связкой, соединяет бедренную кость или бедро, большеберцовую кость или голень. При серьезном повреждении передняя крестообразная связка может быть восстановлена хирургически с помощью трансплантанта. Таким образом, кости бедра и голени соединяются при помощи связок или сухожилий, взятых из другой части ноги. В процессе этой процедуры поврежденная передняя крестообразная связка удаляется и заменяется трансплантантом через отверстие, которое хирург просверливает в костях бедра и голени. После того, как трансплантант проводит через отверстие, его закрепляют с помощью винтов или скрепок. Надрезы на коже закрывают с помощью швов.